Приближается еще одно масштабное событие. 3-4 апреля в шестой раз состоится городской молодежный форум «Мы вместе» на базе лабытнанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Участников ожидает много интересного. Подробности расскажет Альмира Новоселова. 150 участников форума «Мы вместе» могут почерпнуть полезные знания, выбрав для себя интересную площадку. Всего их 5. Мы добро, мы медиа, мы инициативы, мы предприниматели, мы семья. Их будут вести спикеры из разных городов России – Москвы, Тюмени, Челябинска. Также в рамках форума состоится конкурс социальных проектов «Шаг в будущее». В рамках форума будет проходить защита проектов. Это на площадке «Мы инициативы». Мы будем разбирать все проекты от А до Я. То есть, если есть у вас идеи социального проектирования, но еще не знаете, как написать, то, пожалуйста, на площадку «Мы инициативы» мы готовы вам помочь воплотить свою идею. Сейчас бюджет социального конкурса увеличен до 100 тысяч рублей. В прошлом году Инга Петроускайте не просто приняла участие в форуме, но и получила грант на реализацию своей идеи. Организацию конкурса «Хвастай хвостатым». Как результат, что мы видим? Это создание некого сообщества людей, которые уже общаются между собой на тему, как воспитывать собаку, а что лучше, какие прививки нужно сделать и так далее. Да? То есть некое сообщество людей, которые будут сплочены одним интересом. Помимо работы площадок, состоится диалог на равных с кандидатом биологических наук Александром Соколовым и музыкантом Стасом Море. Для молодежи будут проведены спортивные события. Товарищеский матч по волейболу между волонтерами и представителями власти состоится в рамках федерального проекта «Доверяя, играй». Кроме того, в рамках благотворительного забега можно будет пройти дистанцию в 2 километра на лыжах. Взносы будут переданы в реабилитационный центр «Жизнь». 4 апреля в 10 утра у нас состоится благотворительный лыжный забег «Лыжи добра». Откроет нам лыжный забег Юлия Макарова. Необходимо будет внести взнос. Взрослый стоит 500 рублей, а ребенок 250. Если у кого-то нет обмундирования, то, пожалуйста, можно пройти через Google регистрацию и указать там, если нету ботинок, если нету лыж, то можно там указать. Заявиться на участие в форуме можно через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное».